Время без 5-6, когда начинается это все утро. Это я сначала не мог понять, откуда звук. Вот эти вот две башни, что стоят, да? Сейчас прикрою, чтобы не так слышно было. Это очень громко по всему городу, во все стороны. Там какие-то рупоры на башнях установлены. И несколько раз в день вот эти вот молитвы читаются, и очень это слышно со всех, вот где я в городе не находился, не заставал, то есть что-то, по-моему, без 5-6 вечера, без 5-8 вечера, еще вот так же точно. Может быть, еще какое-то время, когда я просто где-то находился в магазинах и не слышал этого. Вот такие молитвы у них тут читают. Везде у них вот эти глазики. Забыл, как он называется, око какое-то. Я вчера тоже себе купил красивый большой на стенку в прихожке. Это мой велик. На ночь я его все-таки поднял сюда. Не хочу рисковать. Так, это наш незаполненный бассейн второй. У меня сейчас для дрона качается приложение. Оно вечно у меня тупит, надо перезакачивать. Сейчас закачается, попробую дрон поднять. Солнце только вот недавно взошло, ну, из-за домов взошло, так-то оно взошло давно. Там, конечно, красотень такая, но камера этого не передает. Сейчас попробую на другой оптике снять. Сейчас широкоуголка включена опять. Вот наша улочка. Центр находится там. Виноградная лоза. Даже виноград валяется. Что-то я не вижу, чтобы он висел. Походу, он уже отплодоносил. Пытался запустить дрон. Бесполезно. Падает сразу. Потому что тут с каждого отеля куча Wi-Fi. Все мешают друг другу. У меня пульта нет. Только телефон. А он, видать, слабо сигнал дает. Поэтому попробую в каньоне запустить, если он взлетит. Но вот здесь не получается. Очень много тут Wi-Fi, штук, наверное, 20. Поэтому я думаю, из-за этого. Вон мой велик стоит. Где? Вон он. Сейчас пойду позавтракаю и поеду на каньон на велике. Уже жарко становится. Что, начинаю свое путешествие с улицы Фонтанов. Нам в ту сторону. Поэтому сейчас поедем. Машин сейчас очень мало. Так, у меня не совсем правильно крутится. Я тут сейчас присобачил, насколько смог, свой стабилизатор прямо к этим проводам. Вот сейчас мы как раз по улице Фонтанов и проскочим насквозь. Тут полиция сейчас меня повяжет. Видите, полицейские. Доброе утро. Пока народу нет, мы сейчас проскочим по этой улочке. А там дальше, за этой улицей, я там вчера ездил вечером, там специальная трасса велосипедная. Она прям обозначена, огорожена. Киса, привет! Тихо. Вот еще одна сидит, кушает. Китикет. Ой, тут хорошо, тенек, прохладно. Едем дальше. Тут уже моют, убирают везде. Но сейчас я быстренько проскочу со шлангов. Вот здесь везде спуски, съезды для колясок. Удобная разметка идет для слепых. Она просто желтым не выкрашена, но вот идет разметка барельефная, полосочки три. Доброе утро! Мне как-то стыдно с ними, я ж не знаю, языка не знаю, нет, здороваться. Я проезжаю, если они здороваются, я отвечаю. Вообще, она пешеходная улица. Но так как я
рано утром, тут еще народу нет. Я набрался наглости. Ну, раз полицейские не остановили, но нам сказали, что они к туристам, в общем-то, как слово-то есть, не то что деликатные, но снисходительные. Я, кстати, не знаю, как там ветер задувает, нет в телефон, может быть, меня и не слышно. Так, сейчас мы выскочим на велосипедную дорожку. Уже по ней за город поедем. Единственная вот плитка сейчас кривая мне попалась за все время, где меня бросило. Вот видите, стоят разметки оранжевые. Это как раз для велосипедистов. Вот, кстати, съезд. Так, сейчас нам надо в сторону гор отклониться. Сейчас я поправлю стабилизатор. Ну что, поехали. Видите, разметка на земле велосипеда. Где вправо, где влево. Ну, собственно, повторяет дорогу. Я сегодня куртку себе на сидушку подложил, потому что жопу прям отбил. Он какой-то спортивный велосипед. И у него очень жесткая сидушка. Вот у них вот здесь вот только единственная такая дорожка велосипедная. А там местами уже стоят ограждения, но еще нет разрисовки. Единственное, бесит, что здесь люки все собраны. Люки, ливневки. Это, конечно, раздражает на велосипеде. Тут и так плитка. На мою тень посмотрите. Солнце мне прямо сейчас в спину светит. Опять люк, видите? Вот это, конечно, бесит. Вообще, когда асфальтирована дорожка, ровно едешь. А тут тыгыдымский конь, как я называю. Так, первый раз я сейчас буду выезжать из Кемера. Надеюсь, тут тоже есть указатели о въезде, выезде из городов. Так, сейчас я еще раз перезапущу. Потом буду так обратную дорогу искать по видосам. Тут отели идут всякие разные. Ну, от моря тоже эти все отели далеко. Море сзади нас осталось. Как в Нячанге, солнце восходит здесь из моря. Поэтому... Ну, по солнцу, собственно, можно и ориентироваться. С ребенком, видите, едут на велике. Вообще, передвигаться на велике достаточно комфортно по городу. Тут прям таких сильных уклонов нет нигде. Все в основном ровное. Это люк. Они все люки тут специально сделали, что ли? Если бы вот в жопе больно не было, я бы с удовольствием... Я не знаю, я ж не постелю туда подушку себе под задницу. Как дебил на подушке. Собственно, вот сейчас горы уже видно. Вон, видите, они ниже макушек. О! Тут какой-то караоке-бар. Кстати, у них тоже очень много караоке. Ресторан, караоке. Здесь какой-то огромный ночной клуб. Инферно. Там клуб, Кемер, Аура. Два клуба подряд. И прям такие ангарные, здоровые. Видать, как концертные залы. Вот сейчас, я думаю, та дорога как раз... вывезет нас. Есть еще вдоль моря там туристическое, но почему-то я решил ближе к горам поехать. Посмотрим, как есть тут дорога. Нет, сейчас я, кстати, навигатор посмотрю. Вот она уже загородная как бы трасса сейчас начнется. Пока еще указателя не было. Но посмотрите, такая Швейцария какая-то. Только макушки все лысые. Но горы видно отсюда вообще шикарно. Сейчас я еще оптику переключу, будет еще круче. Пока наслаждайтесь широкоугольной. Через минуту сменю оптику. Вот здесь наконец-то нет плитки, она только в городе и на пешеходных дорожках. Поэтому можно плавно. Ну тут вниз вот сейчас идет, а обратно я буду ехать крутить педали, капец. Сейчас легко ехать. Небольшой уклон, но есть. Вот они, горы, вид сейчас откроется.
Сейчас я переключу оптику еще. Вот такие горы. Что-то у меня как-то колесо нехорошо шоркает. Не помню, вчера вроде не было. Как скорость набираю, оно шоркать начинает. Да, мне бы, конечно, мотобайк. Я бы не потел, но зато накачаю ноги, сброшу вес. Тоже есть свои плюсы. Сейчас проехал вот этот электросамокат. Ну, не самокат, а как электромопед. Тихо. Жужжит только маленько двигатель электрический. С другой стороны, тут идут все отели 4-5 звезд. Но так как против света, поэтому я снимаю горы. Наслаждайтесь горами. Так. Наверное, в горы моя уходит. Сейчас я остановлюсь и посмотрю навигатор. Я уеду куда-нибудь не туда. Хотя, скорее всего, да, туда дорога идет. Я так думаю. Потому что все автобусы туда едут. Но все равно лучше остановиться. Вот все на таких электросамокатах катаются, блин, электромопедах. Но там нужны права. У них есть номера у этих самокатов. Автомобильные номера. Собственно, только что проехал, выехал из города Кемер, знак стоял. И вот уже указатель на Анталию, 41 километр. А, жарко, хотя солнце прячется вроде за деревьями, все равно жарко. Тем более тут немножко то вверх, то вниз, то приходится активно крутить педали, то вниз съезжаешь. Ветерок, конечно, помогает, но все равно жарко очень. Это надо ночью, наверное, ездить где-то. 1/4 пути я уже проехал, судя по Maps.me, по навигатору. Так что еще немного, еще чуть-чуть буду где-нибудь останавливаться. Тут вот прикольный кипарис стоит. Где будут какие-то красивые места и видно хорошо горы, буду тормозиться, отдыхать. Поэтому дальше еду. Так, 41 километр до Анталии. Сколько ехать до этого? Осталось мне еще... три раза по столько же, наверное. Но вот здесь я, конечно, ухайдокаюсь потом подниматься. Но буду вести велосипед, пешочком пройдусь. Потому что это уклон такой нехилый. Здесь велосипедная дорожка вот сбоку идет, да. Ну и, наверное, для пешеходов она. Потому что машины на нее не заезжают, а я вот по ней еду смело. Они, конечно, несутся 70 км в час. Сейчас я педали даже не кручу, лечу под уклон. Сейчас немножко камеру поверну, чтобы вы красоты посмотрели, какие тут горы, правда. Они сами по себе красивые просто. Вот за счет вот этих проплешин белых смотрятся очень фактурно. Видите, как машины несутся? Сейчас уже начинаю крутить педальки. Это пока самый сильный уклон был из всех, что был до этого. Ну, вниз, но сильно. Мне же потом обратно ехать по этой дороге, поэтому я уже представляю, где я буду крутить педали, ухайдокаюсь, а где нормально. Ну, буду вести велосипед, ничего страшного. Не такой тут большой промежуток. Сейчас, видимо, вверх пойдет там трасса. Море находится с другой стороны от гор. Ну, в смысле, не за горами, а вот по другую сторону. Сейчас поверну. Вот там море находится, но тут в силу того, что тут лесозона, ничего не видно. Любуйтесь горами. Сейчас надо перегрузить файл, остановлюсь. Я стараюсь писать по минуте, чтобы не сильно тяжелые файлы были для заливки. Ну и чтобы это... Чтоб можно было в Инстаграм сразу залить. А то хрен знает, что там с облаком может быть.
старый отель. Кстати, где-то есть заброшенный отель, все туда ездят. Надо дома посмотреть в интернете. Я смотрел оттуда репортаж, но я не понял, где он находится. Вот все туда ездят. Не дай бог, он находится в этой стороне, куда я сегодня еду. Второй раз я уже сюда не поеду. Вот они какие горы. По низу тоже идет дорога, но попроще такая. Это все-таки загород. Видите, как носится. Но я еду по своей территории. Меня никто не трогает. Так, чуть пониже. Вот не было бы жарко, намного легче бы крутилось. Кручу, 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 педали кручу. Вот цветет какое-то дерево, смотрите. Видно его там, нет? Ой, не успеваю и крутить, и вертеть. Так не увидел. Видно вам его было, нет? По-моему, сильно низко опустил камеру. Где моя дорожка? Как-то тут непонятные разметки для меня. Но надеюсь, вот эта штрихованная линия, это для меня. Что-то вроде вниз уклон идет, а педали тяжело крутятся. Да, там впереди, конечно, горы. Горы, горы, были разные. Тут повороты выходят. Нифига он несется на мотоцикле. Я даже воду не взял. Но тут как бы киоски встречаются, конечно. Не один я тут катаюсь на велосипеде. Но он почему-то едет по другой трассе, параллельно. Я, наверное... Хотя нет, я по своей еду стороне. Тут почему-то три полосы. И между всеми клумба идет. Странно. Так, пока я сейчас отключусь, чтобы заряжался телефон, а то я дрон потом не запущу. Тут, дорога к отелям, вот эта, она идет немножко ближе к морю, чем основная трасса загородная. Поэтому тут в основном автобусы, нет вот этих вот быстро летящих машин. Та трасса ушла туда, в горы. Вот отель какой-то крутой, сейчас я разверну. Ой, еще не довернул. Ну, это пятизвездочные. По ним видно сразу. Потеньку, когда еду, нормально, да? Не знаю, слышно меня, нет, надо было петличку взять. Микрофонную. Я с малым рюкзачком сегодня, кое-как его тут пристегнул. Плохо, что нет багажника у велосипеда. Прям отвратительно. Ой, вот еще какой-то один отель. Армас Гарден. Пам-пам. Вообще, в принципе, нормально. Если бы помягче седлушка была, вообще бы идеально было. Так, собственно, мы проехали пятизвездочные отели, которые расположены со своими пляжами прямо на берегу. Это типа как в Камране во Вьетнаме. И вот здесь был заезд свободный с трассы. Пляжная зона. Может быть, на обратном пути я тогда... Здесь какой-то как вулканический песок, темный. Мелкие камни. Блин, сейчас полные наберу. Ну ладно, я дойду до моря. Каменистый берег. А-ля Приморье. Много лежаков. Там какой-то причал. Пирс, вернее. Вот там весь берег. Это все пятизвездочные отели со своими пляжами. Здесь, возможно, тоже как бы от какого-то отеля. Потому что вот тут отель. Там такой красивый отель был, пирамида.
Да, тут идут везде пирсы. Красиво. Надо пофотать хотя бы. А то пока я до каньонов доеду, сдохну. Да, был бы, конечно, байк. Проблем бы не было. Нет, дно мне тут не нравится, тут одни камни. Так только как вариант, если. Самое забавное, я пошел сейчас, здесь небольшой такой бар, ну и оттуда все охладительные напитки несут. Я пошел, хотел купить, а он типа no money. Ну, вообще не принимает платежи, и мне мужчина говорит, так это же все бесплатно, потому что это 5-звездочного отеля. Я говорю, ну я-то не в отеле. Он говорит, ну вы спросите, он все равно даст, какая вам разница. Я говорю, не, я честный. Но у него все в стаканах, мне в стакане не надо, мне надо в бутылочке. Поэтому так вот можно прийти на халяву, и души тут есть, и все, приехать и на халяву. То есть эти все лежаки, это все от отеля, и никаких браслетов у них нет. Никто ничего не проверяет. Хотя вон у женщины какой-то браслет есть. Не, не. Да, и у мужчины вон. Ну, в любом случае, я сейчас подошел, он меня ничего не спросил. Поэтому я мог спокойно попить. Но я до магазина сейчас доеду и возьму. Я же честный чувак. Короче, остановился, я купил водички себе газированные. Вкусненькая. Опять кошка бегает. Сейчас посмотрю по карте и поеду дальше. Тут тоже какие-то ряды торговые, но так как они напротив 5-звездочных отелей, я думаю, что нехило будет стоить. Тапочки, кстати, может быть, пригляжу себе. В общем, поняли, да, как можно действовать? Взять велосипед, выехать за зону Кемера и приехать в зону вот этих 5-звездочных отелей со своими пляжами. И просто в наглую пойти на лежак лечь. Никто с вас ни за лежак не возьмет, то есть там нет контроля. Никто не будет не проверять ваши браслеты. Плюс еще сможете пользоваться душем, раздевалкой, еще и бесплатным баром с холодными напитками. Ну, наверное, так русские некоторые делают. Такие туристы, которые ездят на велосипедах, я думаю, все это знают. Или на мотиках. Какая-то парковая зона. Woodline было написано на въезде. Стоят очень много микроавтобусов, но туристических. Значит, сюда туристов везут зачем-то. Вот я свернул сюда. Проеду, посмотрю сейчас, что там такое. Может быть, что-то интересное. По поводу старого отеля заброшенного. Я узнал, где он. Он, оказывается, в другую сторону от Кемера. Мне все подробно объяснили. Подробное направление. Там уже буду искать. Может быть, завтра поеду туда. Так, путешествуем дальше. С шишечками, смотрите, какие деревья. Тум. Небо, видите, не облачко. Они вот почему-то всегда над сопками, над горами проходят. А по центру нету, только по горизонту облака. Едем по парку. Что-то мне как-то велосипед стал скрипеть странно. Наверное, под моим весом он скоро рухнет, блин. Мне это вообще перестает нравиться. Кто так далеко уехал? Нет, я, конечно, логически в такси могу загрузить велосипед и уехать отсюда на такси, но это будут, я думаю, немалые затраты денежные. Что-то я не понимаю. Ну вот здесь вот красивые деревья. Но в чем тут прикол? Может быть, тут просто какой-то отель частный, потому что на бунгало домики похожи. Поэтому автобусы стоят. Я взял и свернул. Думал, что это парк. Сейчас посмотрим. Доедем уже. И открою карту. Да, наверное, это просто отель. И название отеля. Да, надо выезжать. Тут нет сквозной дороги. Ну, вот иногда так. А, точно, Woodline Hotel. Вот оно. Ну, прикольный отель такой. Ага, у меня сейчас вывернется. Ясно. Так, прикольно. Я выскочил около динозавра парка. Динопарк. Там двигаются эти, как они, динозавры. Это прикольно, надо туда заехать. Потом поеду на каньон. Если он не закроется. Так, ну прелесть велосипеда в том, что я могу сейчас через сплошную перетащиться на ту сторону, прямо через этот газон с гранатами. Видите, вон гранаты растут. Красненькие. И вон гранаты растут, и вон гранаты. Можно нарвать гранатов и пожрать. Капец. Вот, короче, я проскочил дорогу на эту сторону. Смотрите, вон они, гранаты растут прям по центру дороги. Вон они. Не, ну у меня нет сумки. Я, конечно, мог бы нарвать. А вот он, динопарк.
Тут, конечно, машины летят. Буду выглядывать, чтобы перебежать. И вон гранаты. Тут еще поворот, сейчас я обойду, чтобы видеть, как машины летят. Вот он, огромный динозавр при входе. Хвостом шевелит, машет. Девушка вон под ним прошла. Наверху сидит и грызет его маленький. Другой породы. Я в них не разбираюсь, поэтому фотографирую. На него маску кто-то одел. На динозаврика маленького наверху. Вот оно. Еще бы голову опускал. Высоко сильно. Глазами моргает. Между прочим, стоит $25 аж вход. Я надеюсь, он голову не опустит, когда под ним проходишь. Вон, видите, на динозавра маску одели. Медицинскую. Да уж, приколисты. Но территория у парка большая, сказали. Так что я тут не меньше часа сейчас буду ходить. Тут тоже есть кафешки всякие. Всякие штучки. Сейчас у динозавра все-таки сфотаю. Мне дали карту. Где-то там есть комната страха. 18+ аж. Ну там я, естественно, не сниму. Так, фотошоп. Синема. Нет, мне проще так разбираться по вывескам. Вот. На пони кататься, контактный парк. Активный мне не нужен. Точно мне велика хватило. И динозавров все в той стороне. Понятно. Идем туда. Здравствуйте. Тут яйца динозавра и пески. Для самых маленьких покопаться в песке, в песочнице. И залезть в яйца, пофотографироваться. Как понял, тут рисовать можно. Ну, для детишек. Так, идем в трущобы. Я разговариваю с птичкой. Это курочка. Издает он там звуки. Это Рекс, наверное. А, ну да. Написано. Рекс динозавр. Ну давай рычи уже. Это мне еще на каньон. Парк большой. Давай рычи. Блин, пить хочу. Ну ё-моё, я так буду долго ждать. Зачем такие паузы? Проще сфотаться, короче. А кто это? По звукам? За деревьями плохо видно динозавра. Идем дальше. Тут много еще маленьких, но они не шевелятся. Просто подписаны и стоят в кустах. Та-да-та-та-та-та-та. Ой, маленький вон он шевелится, смешной. Дергается, как смешно. Он резиновая челюсть у него. У них какая-то задержка идет, они потом опять начинают рыкать. Но дети там пищат, кричат, у него это хвост еще болтается сзади. Что за рюкзак рядом? Механизм электродвигателя. Так, идем дальше. Я думаю, идти мне в комнату страха или я обкакаюсь. А, ну там колонка, откуда звук раздается, этот рюкзачок. Вот она. Рычит там. Что-то у него глаза не моргают, стрёмные. Шея только дергается, лапы чуть-чуть. Хвост тоже стрёмно дергается. Так себе, вот этот точно не впечатлил меня. Так, идем дальше. Идем дальше, вход. Гирис Энтрэнс.
контактный зоопарк впереди. Можно будет с питомцами пощекотать им животики. Ой, розы цветут. Такие хиленькие, но розочки. Так, сейчас сходим в контактный зоопарк. Вон куры тоже ходят, лохматоножки. И потом вот в эту комнату ужасов, 18+. Но снимать там нельзя, и там, во-первых, темно. Вот она тоже, реклама комнаты ужасов. Ой, ну я не знаю, идти мне не идти. Катание на лодочках. Нет, катание на лодочках нам не нужно. Пойдем, а где контактный-то? Свежий сок, фреш. Там какие-то батуты детские. Фонтаны. Что-то я не вижу, где контактный зоопарк. Было написано тут. Активный паркур. Нет, а нам не надо. Где он так? Что тут еще, блин? Ну вот, собственно, тут всякие гуси, утки гуляют. Да? Ой, у меня недовольные возмущаются. Вот здесь вот козлик бежит маленький. Привет! Как тебя зовут? У меня издевается надо мной монопод мой. Сейчас себя поснимаю. Козлик, привет! Мне кормить тебя нечем. Ну что такое? Вот он какой. Маленький, черненький, да? Привет! Какой ты маленький! Вот он бегает. Ну, привет. Привет. Красавец. Боится. Так, что там еще у нас есть? Ну, тут для детей интересно, конечно. Вот он, козлик. Привет. Ты тоже козел? Вон их там много. Тут утки, гуси, лебеди. По-моему, они нас больше разглядывают, чем мы их. А, ну там еще есть всякие животные. Туда можно зайти. Сейчас посмотрим. Птицы какие-то. Ну прыгни еще раз. Сейчас мы не дадим морковки. На, иди сюда. Ой, господи, сейчас упаду сам. Ой, опять у меня монопод Розетта. Он у меня сегодня издевается. Нету там больше ничего. Ушастый. Там сидит какая-то морская свинка. И тут этот прыгает. Голодный вечно. Так, тут всякие попугаи. Видите, ходит за мной и просит. Но дают только один. Ну, собственно, особо ничего такого я не увидел тут. Клетки, клетки. Как в метрополитене вагонетки. Вон гуляет этот павлин. Вот он, павлин, видите, белый гуляет. Ну, он побаивается, убегает. Тут какие-то не пойми кто. Вы кто? Куры? Щипанные. Ну как-то не это. Если бы тут лемуры были или кто-то. Что-то меня как-то это не впечатляет, конечно. Нет, я, наверное, в комнату страха не пойду. Вот они. Обычные. Эти с перьями. Только здесь не пацаны, а девчонки. Павлины. Что за куропатки опять? Привет! Вон он сидит наверху. Они там подписаны. Кто это? Цесарка. Так, тут куры, там кто, где. А, вон они, кролики. Ну, собственно, детям, наверное, это интересно. Вон какие маленькие, смотрите, птенчики. Курочки пипикают. Вот они, какие малюсенькие.
А вот они, кроли. Вот они уже готовые для морковки. Все сбежались, да? Кроли. На меня тут козлы прыгают прямо. Своими копытами мокрыми. Выпрашивают. Сейчас мы будем кролей кормить. На. Ой, я все растерял. Сейчас заберут у меня это все. Так, на. Ну на. Выклинчил. Не знаю, какой из них. Вон еще, на. На. Че, ты еще не берешь, что ли? Ну и фиг с тобой, золотая рыбка. Короче, в комнату страха я не пойду. Потому что я увидел, что там люди спрятались и будут меня дергать. За ноги хватать и все, как мертвецы. Я, собственно, в лунопарке ходил в этот самый, в комнату страха. Ну, там подобное. Где-то люди, где-то манекены. Ну, неприятно. Это не столько страшно, сколько неприятно. Где-то водой брызнут, где-то рукой коснутся резиновой. Поэтому не хочу я таких сейчас впечатлений напрягаться на отдыхе. Поэтому идем дальше. Тем более у нас нет времени. Надо будет еще на каньон этот успеть. А здесь, кстати, на территории нет Wi-Fi. Очень плохо. Я даже когда безналом рассчитываешься, у тебя снимают $25, но что-то она у нее пикала-пикала там. Я говорю, у меня точно не больше снялось. Она говорит, ну по чеку уже столько. Ну что-то, знаете, даже проверить свой счет не можешь. А потом уедешь черти куда, и окажется, что больше снялось. И уже никак не вернешь деньги. Ну, собственно, везде гуляют в основном какие-то куры и куропатки. Вон они. Пока меня ничего не впечатлило. За $25 меня ничего не впечатлило. Прям вот реально. Ну вот стоит большой динозавр. Возможно, он сейчас зарычит. Ой, что-то чешется. И это... И заорет. Но это здоровый. Такой примерно, как и на входе. Даже больше, мне кажется. Если рядом нет такой колонки, то он орать не будет. Ой, солнце светит, нифига не видно. Солнце светит в левый глаз, нифига себе жара. Какой-то Маменчисаурус называется динозавр этот. Так, на солнце очень жарко, в теньке хорошо. Вот еще рычит тут. А тот, кстати, большой не рычит. Вот сколько я стоял, он так и не зарычал. Этот дерево типа качает. И хвостом типа дергает. Ну, для детей, наверное, интересно это. Но как-то не впечатляет. Во-первых, звук идет не от самого динозавра, а от рядом стоящей колонки. Я в Москве ходил на динозавров выставку, когда привозили откуда-то из Европы. Там прямо чуть ли не из горла у него звук идет. А тут все-таки как бы могли бы поинтереснее сделать. Кролики опять. Он еще один динозавр. Скелеты. Как-то ничего такого нету. Типа маленькие детеныши у него. Он тоже глухонемой, без механизма. Да? Ну, хотя там что-то механизм какой-то к яйцам идет. Кабель. Может быть, они должны дергаться. Глаза у него не моргают, видно, что вклеены. Тут памятник всем динозаврам, видать, скелет. Еще длинношеи динозавры, такие же, как на входе. Вон там дальше еще один. Тут не пройти, сейчас я обойду. Да, надо на каньон, короче, когти рвать. Что-то меня вообще это не впечатлило. Отдал $25 и особо ничего интересного. Скучно. Везде тоже эти для рук. А, не мусорить. Подождите, ну тут же должна быть эта нажималка. Что-то она пустая. Причем тут не мусорить. У них везде опрыскиватели вот эти стоят для дезинфекции рук. Эти тоже неподвижные динозавры.
Вот этот зарычал, который с детенышами, кстати. Что они редко рычат, надо стоять и ждать. Долго ждать не хочется. Собственно, вот, по-моему, уже и конец парка, что ли, понять не могу. Короче, самые большие, не все двигаются, только на входе. Вот эти маленькие, надо по минут 10 стоять около них, пока он начнет шевелиться. Терять время не хочу на эту ерунду. Большие игрушки резиновые. Вот еще тут в кустах стоит. И что-то у меня такое впечатление, что звуки не натуральные. Ну, не под каждого динозавра как-то. Хотя, может быть, я так. Вот он как раз, я вовремя подошел. У меня бы мама сейчас подпрыгнула. Этот глазами моргает. А, у них все-таки такие резиновые глаза. Они у всех, видать, моргают. Я думал, там приклеено. Хоть бы кустами вот это замаскировали, эти колонки. Ну, некрасиво же, это ж прям видно. Я думаю, что им надо было сделать механизмы, которые реагируют на приближение человека, на движение. Что люди подошли, они включились. Ну, потому что нереально вот так стоять и ждать, пока он включится. Зачем такие затраты временные? Непонятно. Сейчас куча датчиков на движение есть. Тоже непродуманно, я считаю. Короче, раскритиковал я. Видите, куда это вход? Что там написано? Непонятно. Кстати, вот сегодня я на такой вот тележке видел, чувак ехал по дороге, прикиньте. Только у него еще седлушка была. Она, по-моему, вот сюда на шест ставится, сиденье. И он сидит, и она без номера, значит, права для нее не нужны. У нее, видите, и багажник. Вот это клевая штука. И аккумулятор вон там спрятан с двигателем. Не знаю, что это такое непонятное. Карту я выкинул, чтобы не таскать ее в руках. Вот этот тоже будет орать, потому что рядом эта колонка промеж деревьев. Только когда он будет... О, сразу заорал, повезло. Птерозавр это, а не птеродактиль. Я птеродактиль сказал, птерозавр. Зубы у него такие... Крылья просто из этой ткани стрёмные, даже не прорезиненные. Так, этот динозаврик будет. Так, тут две дорожки. Куда какая ведет, не пойму. Молчит. Вот сколько его нужно ждать? Тут очень много. Там еще динозавры. Не буду я по ним ходить. Пойду по этой дорожке. Парк хороший, красивенький, оформленный, камешки по бокам. Все красиво. А вон куча, смотрите, этих птеродактилей наверху между деревьями. Но к ним провода не подведены, значит, они просто висят. Не дергаются. Просто манекены висят. И кормушки стоят для каких-то, наверное, птиц там. Сейчас этот, наверное, зарычит. Давно не рычал, пока я шел. Ну давай, это тоже рекс, что ли? Тирекс написано. Тиранозавр Рекс. Ну давай, пока стою, жду, быстрее рычи. Вот говорю, был бы датчик на движение, круто бы было. Подошел, он включился. Ну лапки как-то механически дергаются чуть-чуть. Это все что ли? Все твое представление? Шоу? У него глаза, не помню, моргали. Нет, по-моему, нет. Короче, ладно, ясно все. А, вот этот тут рычал, пока я там находился. Ой, он водой брызгает, смотрите. Хорошо, что я туда не подошел. А может быть, он как раз на движение датчик, чтобы перед тобой побрызгать. Не может же он людей брызгать. Значит, он... Так, ну-ка я пройду. Сейчас после меня не побрызгает он. Вонючка, иди нафиг. Хорошо, что он еще не пукает. Так, там наверху. Тут какие-то есть это вот
по деревьям, вот на этих тросах тут летают. Ну, для детей, вон, видите, трос идет. Активный, короче, какой-то этот парк. Будут они шевелиться? Есть тут движки? Не вижу ни движков, ни кабелей, видимо, просто имитация. И вот так вот люди встанут и будут стоять 2 часа ждать, пока они включатся. Даже непонятно, какие из них автоматические, какие просто тупо резины кусок. Так, ну пошли дальше. Вон там горы красивые. Ой. Я сегодня со стедиком не могу что-то справиться. Смотри. Шишки как кедровые, слушайте, прям очень похожи. А, ну вот это вот как сосна, иголки. Значит, это какая-то разновидность. Так, ну тут скелетики всякие. Это одна пальцы, палец динозавра. 3 пальца по размерам. Тут на них кататься можно детям. Там седлушка наверху. Скелеты. Ну, причем они это, имитация. Видно, что они не настоящие. Там что-то под тентом. А, ну все, выход уже, эти яйца самые, которые были при входе. Короче, зря потраченное время и выкинутые деньги, могу сказать. Ничего такого меня не поразило. Так, я теперь понял, почему такая сумма. Потому что там еще детский аквапарк есть. Слушайте, а если он так кому-нибудь заденет, не страшно это? Он же прям болтается. Все тут так ходят смело. Наверное, резиновые легкие. Кроме того, что здесь вот кафешка есть, да? Вон там он... Для купания, что ли? А может, и имитация? Дети кур гоняют. А, нет, это не купание. Это просто как бассейны такие. Для прохлады, наверное, просто. Тут всякие киоски. С динозавриками, со всякой хренью, мороженки. Кстати, можно мороженка купить. Ну вот, которое в центре я брал, то обалденное мороженое. Ой, так там еще что-то дальше. Сейчас посмотрим. Не, ну мне кажется, это зона купания. Там же вон горки есть. Я даже не знаю, где тут можно сфотаться. Если бы с кем-то был, вот на этой лавочке, видимо, фотоются. Видите, как в рамке она, скамейка. Так, там, по-моему, какой-то отель даже, если... Так, соки надо съесть. Ой, розы. Только у меня они в кадре что-то не впечатлительные. Вообще так ничего, они красивенькие. А, ну это фотозоны здесь разные. Вот белые розы. Красные розы. Лена меня поймет, о чем я. Да, тут для фотографирования, видите, всякие сердечки. Тут всякие лавочки. И опять же розы. А там растет дерево цветущее. Белого вот и роза и фиолетового цвета. Вот тут другая лавочка для фотографирования с той стороны. А такое же, как во Вьетнаме. Я не знаю его название, но там вот это самое основное цветущее дерево. Вон оно. Блин, против света плохо видно, но оно прям все в цветах. Вот лавочка фотографироваться. Ну да, такие фотозоны. Там вон фонтанчик есть. Ну так себе, все равно. Вон в теплицах розы какие-то, сейчас пройду. Вот фонтанчик, такая больше имитация исторического типа, раритетного. Розы. Собственно, практически такие же, которые без навеса были. Маленькие, красненькие.
той стороны не цветут вообще. Ну, как-то мало ухожено. Вязаная паутина на деревьях тоже меня не впечатляет. Вот она. Собственно, можно было красивее и интереснее парк сделать однозначно. Так, я хотел мороженку купить, а сам прошел мимо. Блин, тут и выходов больше нету. Арка. Подустала. Мне еще на каньон херачить, хер знает куда. Еще и обратно ехать. Еще и на море хочу искупаться. Собственно, я купил здесь мороженое. Ну, не такое вкусное, как в центре вот Кемера. Там оно прям тянется. Как карамель такая. А это просто вкусное мороженое, фруктовое, но не то. Не то пальто. Вот она, вывеска этого парка. Где там? Сзади. Не вижу ничего. Да, ее там не видно, она заросла вся.